Всем привет, уважаемые подписчики, зрители канала, с вами Титан, отец и Хаммер, сын. Мы продолжаем играть на проекте Кристалликс, сервер мини-игр. Сейчас мы, наверное, пойдем на Бэдвакс. Угу. Давай на карту Скайленд. А у меня без разницы, где погибать. 32-я. 32-я арена. 32-я наверху? Да, нажимай быстрее. Нажал. Так, давай... Какая это? За красных. Ага. Папа, никогда не вставай с кровати вот на плиту. Ну, на любую плиту. Никогда не вставай. Что будет? С кроватью. Хорошо. А то, смотри... Ты мне скажи словами. Что сказать? Что будет? Кровать вот как она действует, как, например, любой редстоун блок активируется плитой. И у нас это заедает экран, и мы выйти из плиты не можем. Потому что у нас это все время открывается, даже когда мы пытаемся выйти, у нас опять открывается меню кровати. Хорошо. Но там можно выйти, но сложно, хорошо. Так что не нажимаем. Так. И 4 человека. 4 человека сейчас начнется или нет? Да, скоро начнется. Вот сейчас вот. Вот. Началось. Так, дайте мне кирпичики мои. Кирпичики мои. Мои. Где этот самый? Вон житель. Давай. Мне 28 блоков. То мне 4 дали. Потому что кирпичиков мало. А почему мы втроем? А? Почему мы втроем? А, нет. Папа, помогай. У меня кирпич... Все, покупай, иди покупай. Да иду. Мне все кирпичи забрали просто. Стройся, иди. К железу. Сюда, к железу! Сюда вот? Да. Все, не кричи. Ты просто побежал не туда, я подумал, все. Ты сказал железо, я вижу, что тут что-то есть. Ну и говорю. Все, я к железу прибежал. Ну все. Вот оно железо. Ну? Что из него делать? Ладно, я пойду отнесу его. Покупать. Сейчас тут небольшую площадочку такую сделаю. Бьемся палкой. Выкидываем за мир палкой. Нет, палка была напрасна. Да. Я кровать защищу. Он нам сломал. Мужик там. Ну вот, ты что на него смотришь? Ну я смотрю, как ломает красиво. Вообще круто. Так, что я могу купить из железа? Железо? Ну-ка, я хотел сундуки, ну-ка. Дайте мне этого. Два сундука. Все, я взял два сундука. Есть тут три железа, кому надо. Бронза есть? Че бронза? А, ну ладно. Не, я просто тут защищаю кровать. Ой. А, я чуть не упал. Как опасно. Так. Чё тут? Кто тут? А, нет. Ё-моё, меня убили. Что ж ты будешь делать-то, а? Убили меня. Я кровать вроде застроил, очень, ну, хорошо достаточно. Хотя надо вот... Ломать кровать? Кому-то сломали. А, фух. Да не нам. Бегут. Бегут к нам. Слука там... А, меня убили.
Там луком с луком стреляет. Луком с луком. К нам пошли. К нам идут, к нам идут, к нам идут. Я убил. У меня нечем бить. Я убил. Фух. Слушай, надо какую-то эту. Че какую-нибудь? Надо какую-то мне меч какую-то. Какую-то мне меч? Какую-то мне меч надо. Зеленый, зеленый пробежал. Я вижу, 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 вижу. Ты его рукой убил. Нет, я убил. Ну ты его, да, помог. Нет, я его убил, в чате написано. Ты его помог, я его помог, а ты его убил, да. Я его помог. Я его помог. Желтый держит центр. Они с луком держат его. Так. Кто-то там упал. Я тут стою за столбиком. Молодец. Так. А! Меня пытаются убить. Я бежу в табл. Я видел тебя, да. Я свалился. Что же нам делать? Что же нам делать? Папа, у меня есть идея. Знаешь, какая? Какая? Давай по воздуху простроимся к ним. А? Хорошая идея. По воздуху, идея? Говоришь? Хорошая идея. Так, что там у них? Ага, они там пока воюют. Воюют между собой. Надо мне пониже так опуститься. Так, я купил себе... Я буду разведчик, я буду докладывать. Они между собой воюют, воюют между собой, все нормально. Но к нам не идут, все нормально. Спокойно, спокойно, все нормально. Желтые воюют с зелеными, зеленые бегут на желтых. И синие бегут, наверное, к нам, нет? Хорошо, нет, там пока не бегут. А синих сломали. Синих сломали. О, не сходить ли за железом? Папа, я начинаю строиться в небо. В небо? Так, к нам не идут, пока все спокойно. У нас какие-то катакомбы кто-то построил. Кто-то построил прям катакомбы, слушай. Ты видишь, я строюсь наверх? Ну, вижу, а что, если это полезно, если бы это было? Это очень полезно. Это очень полезно. Так, мне бы хотя бы какую-то... Какую-то... У тебя есть еще бронза? Что бы еще сделать такое? Железный блок, а зачем железный блок? Для дефа. Что еще? Яблоки, не знаю, лук, меч, кирка. Сундук. Кирка, кстати, сколько стоит? В динамит можешь зайти, посмотреть там прикольные штучки есть всякие. Хотя бы кирку одну взять. Так, что еще? Динамит, лесенка. Нет, ты в динамит зашел? А. Да. Кто ломает, кто на где на что? Зеленым сломали. А, нет, не мы сломали зеленым. Еда. Ребята, если кому еды. Я тут взял еды, железо. Так. Что-то у меня здоровья мало. Я уже начал настроиться. Так. Да, я хотел построительный материал. Можешь посмотреть, взять. Как я высоко построился. Да. Может, тебе материальчик какой-то надо? Ну, можешь это обычного песчаника пронести. Тут миллион песчаника просто. Ну, пронести стак. Ну, вот столько хватит, да. Поднимись ко мне. А, да, скинь мне немножко песчаника. Сейчас скину. Так, а к тебе дойти надо? Да, еще дойти надо. Ничего себе.
А это нормально? Че? А, меня скинули! Как? Стрельнули? Да. Снизу? Сверху. Сверху? Еще выше? Ну, снизу. Погоди. Подожди меня там. Я поднимаюсь. Скинь мне стак блоков только. Куда? Сюда, ну просто. Да он сейчас свалится, слушай. Да не свалится, кидай, ну ты чё боишься? Давай, кидай. Взял? Да. Боишься, конечно, такая высота. Да чё бояться, чё высоты, что ли, боишься? Зато сюда, слушай, всё видно, кто идёт к нам, кто нет. Ну, к нам не идут, потому что у нас вообще мостик сломали. Опять скинули. Я только решил осмотреться, и меня скинули. Да? Я почти достроился. Вот скинь вот эти 17 блоков своих. Давай, кидай. Кидай. Так, держать неси это на базу. Ой, погоди, вот это на базу неси. Фух, такая выставишь, прям боюсь. Ты можешь просто спрыгивать. Да, и погибнуть. О, это с луком. Ты стенки там делай. А он поднялся сам выше. Да. Он выше, он еще выше строится. Он еще выше поднялся. Да. Он так высоко поднялся. Так. Он ко мне строится. То есть кто-то еще выше построился. Смотри, он еще выше построился. Да. Я вижу. Ну ничего. Ай-яй. Там желтый. А-а-а, все, меня убили. Меня убили тоже. К нам желтый идет. К нам идет желтый. Убейте его. Зачем вы стенки построили? Ой, вы совсем. Папа, тут к нам сзади идут? Нет, ничего. Зачем вы стенки построили? Ну вы че? Какие стенки? Молодцы, из-за ваших стенок мы сейчас проиграем. Молодцы, все, я хап пишу. Какие стенки, я не пойму. Вот эти вот на у мостика стенки, смысл их делать? Я не строил ничего. Я видел, что ты занимался. Я пол строил, не стенки. Пол уже давно сделали. Ой-ой. Спасибо, у меня 20 железа. Надо что-то как-то заделать это все. Я его скинул! Молодец. Пап, я его скинул! Я вижу. Он с луком был. Отлично, я его скинул. Он строился наверх, а я его скинул. Забивай руками. Не, ну мы тут не выйдет, не выиграем. Наверх поднимайся. По-моему, поднимайся мостику наверх. Да какая разница? Я под мостику поднялся. Папа, это мой шанс. Я их сломать могу сейчас. Держи их там. Держу. Если это можно так назвать. Блин, я боюсь спрыгивать. Нет, я не смог. А ты их всех убил?
Не знаю, а где наша кровать, кстати? Что, я не знаю, где наша кровать. А? Нас сломали. Нас сломали? О, там она наверху, кровать. Вот тут, вот по лестнице. Где? Нет, не сломали, наверное. Да ё-моё. Я их сломаю. И я с блоками иду к ним. Они сейчас получат за это. Идут, идут опять. А он вверх строится. Он сверху, он хочет напасть. Папа, я сломал им кровать. Теперь осталось его скинуть. Как его скинуть? Он сверху. Они не возрождаются. Но он сверху там что-то, не понимаю даже, что он там делает. Он на кровать, к нашей кровати идет. Он идет к нашему этому. ПУП рукой. Он нашу кровать ломает. Нам сломали уже. Сломали кровать? Я проиграл. Все, я пошел. Нет, чё? Нет. Ты можешь их сломать, их не... Убить их. Да ребята не видят, какая разница. Ну ладно. Я, короче, самое главное, их кровать сломал. Почти победили, да. Всем спасибо, кто смотрел. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, пишите комментарии. Всем спасибо, всем пока. Всем пока.